года не было нашего театрального конкурса «Когда поют актеры». И в этом году, наконец-то, мы собрались и решили все-таки рвануть. И на самом деле это сегодня праздник творчества, праздник театра и праздник, ну, факультета, потому что сегодня будут и актеры, и режиссеры шоу-программ, и народная художественная культура. Поэтому я очень надеюсь, что вы будете поддерживать это самостоятельное творчество ребят, поэтому громкими аплодисментами всех поддерживайте, ладно? Вот актерский курс у нас первый. Представляете, они каждый год что-то такое делали, забойные какие-то номера. И в этом году я говорю, где ваша преемственность? Почему первый актерский курс не на сцене? В следующем году они должны рвануть обязательно. Потому что, ребят, это поле для вашего творчества, для импровизации и для хулиганства. Очень хочется в следующем году многих видеть там. Ну и сегодня, как на настоящем конкурсе, он у нас международный, иностранцы в наличии, им тоже можно похлопать. Так что у нас сегодня еще есть международного конкурса нашего, жюри профессиональное. Давайте их поприветствуем тоже. Заслуженная артистка Республики Татарстан Огарева Лидия Анатольевна. Родным. Можно как-то теплее и громче. А наш любимый человек, спонсор нашего конкурса, всегда с нами, всегда поддерживает. Мы ее просто обожаем и любим, и это классно, когда она с нами рядом сидит. Борейчева Римма Минахметова. Обскакал нашей кафедры. Это человек, без которого просто не мыслим театральный факультет. Всеобщий любимец Котофеев Андреевич Мубараков Марсель Саныч. Заслуженный деятель искусств, если что. Обожаем просто безумно все его. А у нас молодое поколение, талантливое, способное, креативное, крутое. Мы уже все его любим, девочки от него уже визжат. Лауреат, конечно же, всех конкурсов. Галиулин Альгиз, ваша пара. Ну и председатель жюри, я не знаю, как вы, но я, когда она выходит на сцену, у меня всегда замирает сердце. Потому что этот человек поет не голосом, этот человек поет душой. Это такая высокая культура, это такое актерское мастерство. Какое счастье, что есть такие люди у нас на факультете. Ваши аплодисменты Таишева Римма Мукарадовича. Ой, как волнительно. Надеюсь, что не дрожат коленки. А, ребят, и у нас наше мероприятие посвящено... А все-таки не рад. А вот еще студ-клуб к нам пришел. Давайте тоже поддержим. Я так люблю, когда у нас театральные праздники, потому что это настолько по-домашнему, настолько классно. И какая-то такая любовь присутствует к театру, что это безумно просто нравится нам всем. И сегодня наш вечер посвящен Мирсоябове Дании Искандеровне. Все знаете, какое постигло нас горе. Вот, и там будет блок, конечно же, который мы посвятили Дании Искандеровне, и будет минута молчания небольшая. Мы просим вас поддержать ее, ладно? Но все грустно не будет, не переживайте, будет по-разному. Начинаем! Поехали! Thank you.
душа. Oh,
Thank you.
Жив борган, 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 борган,
вперед, попа назад, поле боя, ниже мужика, пошли, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Морсы, ты тоже здесь? Помнишь, как мы в 70-е отжигали, ну, до нашего века? Так, ищем дальше мужика, где мужик, мужик нужен. Нет, 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 опа, опа, а вот и он, красавец, девочки, так. Берем, давай, оп, ну-ка, быстрей. Ай, вы мои красотки. Итак, губы, брови собрать. Молодцы. Так, конкуренточки, ну-ка, быстро. Вот, пробирайте. Ой, такой мужчина, я не могу. Хотя нет, могу. Ну что, как тебе мои девочки, как тебе мои красавицы? Что, хамло? Девочки, не расстраивайте, не расстраивайте. Ну вы сами знаете, это театральный. Мужики здесь редкость. Ну, не буду горевать, не буду песенки спевать, да танцы танцевать. Правда.